вам дали? Да, Марина, все, об мам. Нет, ну поверьте, жизнь кстати. Это тоже еще одна уловка этих воров, а? Да. Получил зарплату. Давай. Только я пишу как школу. Бутылка дешевого барафина. Бутылка дешевого барафина? Отравиться решил. Ты не представляешь, как я смог. Проще беременная хотела. Помню, когда шашлык хотела. Нет. Когда буратино? Да. Сказали бы, что нельзя. Ну, это у тебя как обычно. Ну, а что ты терпела вообще, нет? Терпела, не спорю. Была очень хорошая мама. Все-таки мать должна быть грамотной. Мать, да. Отец, ему не надо. Нет, в том плане, что он говорит, ну типа зачем это? То есть мать должна быть грамотной 9 месяцев, а отец всю оставшуюся жизнь. Нет, ты не понял. Как пойдем? Ну так. Ну а что, я не права разве? Права. Чтобы ребенка что-то дать, надо же это узнать. Угу. Ну вот. Осторожно. Майя сидела, с ним руки сделала. Он учился на 4-й. Майя родила ребенка, ребенок в степи на 4-й. Это о чем-то говорит? Говорит о том, что он ревнует Сандро ее. Вполне он мог, Марин, сам заниматься. А она там, я была.